Гуляния в честь Ивана Купала в парке Горького начнутся в воскресенье в полдень. Сначала на главной сцене выступят музыкальные коллективы. На центральной аллее проведут мастер-классы по плетению кукол-купальниц, венков со свежескошенного сена и петряковской росписи. А когда стемнеет, всех желающих пригласят прыгать через костер. В этом году костровая площадка у нас намного больше, намного шире. И все это мы планируем провести намного масштабнее. Мы будем прыгать с помощью, конечно же, аниматора, с помощью, со всеми учетами техники безопасности мы будем прыгать через этот костер. Около 10 вечера начнутся купальские гадания. Девушки смогут пустить венки на воду. Организаторы обещают, этот праздничный ритуал пройдет в лучших гоголевских традициях. Все желающие придут сюда на озеро, и между двумя нашими зонами цветников лилий будут запускать иванокупальские венки. По традиции они будут, собственно, со свечками. Кроме этого, по всему парку будут спрятаны 7 мифических цветков папоротника. Нашедших их ждут призы и подарки. Ирина Антонюк, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».